тоже есть чаша с песком. Чисто! Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Так что ты говорил насчет маминой войны? Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Будь готов! Потому что мы чужаки. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Так что ты говорил насчет маминой войны? Да, она шла по пути войны, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. Не сейчас. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Нарисуй. Мальчик! Это снова голоса. Но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Лубы. Что это?
нашли. Отец? Да. Те голоса. Я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога! Назад, быстро. Это не к добру. Подходи к клеткам. Почему их заперли? Готовься. Что? Ugh!
Ого, хитро, очень хитро. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутал. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Что ведьмина тетива уже не поможет.
Думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Прикрывай спину. Mm-hmm.
Сперва заморозить, и то. Получилось! Мост снова на месте. Надо вернуться наверх. Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнать. Смотри, тут еще. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? С чего бы начать? Держись подальше от Драугров! Сюда. Мы внутри. Ганакуя! Ну, конечно. Я рядом! Даю! Yeah.
Тебе многому надо учиться. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой.
теперь? Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Хорошо, что это все. Пути восстанавливаются. Давай поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу!
тебя твой нож! Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Кинатандуна! Еще один! Назад! Цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. За мной и прикрывай! Хорошо! Я расчищу на путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Красота! Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты.
не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам... Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде, выпусти стрелу в камень. О! Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх.
Скотина! Nina! Anihuta! Сын, сюда. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Как же я до нее доберусь? Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Лезь наверх, погляди. Я не доберусь до чаши отсюда. Не допрыгну. Подожди. Что мне еще остается? Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Ну, давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый загадок. И все-таки это дверь.
Ага, а вы... В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Что приглянулось? Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Ондаро! Отлично! Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Отсюда нет пути наверх. Я знаю. Отлично, теперь я ничего не вижу. Свет есть, привыкай. Его повыше, чтобы я видел, куда стреляем. Стреляй на слух. Учись. Учусь. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл.
Ну? Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорей бы выбраться.
Сказал, что мы сделали роковую ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Трей. Забудь. Ладно. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Так Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель – защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Бедный Фафнер. От амбиций до алчности всего один шаг. Набери добра побольше, и тогда мы что-нибудь сделаем. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове. Она так сказала. Я
Если повторится, скажешь мне. Ясно?